Что он делает? Всем хай! С вами Юджин, и сегодня мы с вами продолжаем играть в Little Nightmares 2. У нас это третий уже эпизод. И мы с вами познакомились в прошлой серии с очень стрёмным монстром-учительницей. Вот. Вот она, кстати, заходит в библиотеку. И у меня сейчас такие флешбеки про библиотекаршу из Don't Starve. Да, мои преподаватели также лекцию читали. Я ни хрена не понимал. Аккуратненько. Аккуратненько. Опа. Уй. Уй. Мы можем толкать эту лестницу. Я уже понял. Она же слышит, да? Она услышит. Или нет? Все, хорош. Тихо, чуть не прыгнул. Скорей! Нет, нет! Тихо, быстрей! О, как я не был готов к этому! Но я справился, блин! Куда? Наверх, вниз? Право! Почему тут, блин, не ползет вправо? По веревочкам! Нет, надо наверх просто ползти. А я думал, можно по веревке будет в бок. Вот здесь можно в бок. Мама, 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 мама! Вниз! Ай-я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 й! Быстрей! Тихо! Я не готов. Наблюдаем за ней. Меня здесь нету. Куда мне? Куда мне? Ой, дедушки! Ой, блин! Стоп! Так. Накал. Накал страстей. Так, выдохнули. Она меня каким-то образом увидела. Куда мне? Может быть, мне нужно туда, откуда она пришла? А, надо было просто спрятаться. Окей. О-хо. Все, Евгений спать сегодня будет очень плохо. Так и вы обманываете. Я хорошо сплю. Я люблю ужасы. А, нет, ну что нельзя. Я люблю хороший хоррор. Куда мне идти теперь? Куда мне идти теперь? Оу. Нет, по этим книжкам мы не можем. Может быть, обратно наверх? Сюда? Нет, 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 нет. Мне сдается, что надо просто взять и допрыгнуть. Допустим, двинуть вот этот ящик. Да. Кстати, вон там есть коробочка, в которой можно спрятаться. Ах, царапаем эти доски. Ну? О, прям как будто в кабинет директора иду. Такой же стрём. Кто поджигает урны? Ч-ч-ч. Очень тихо. Не понял, он допер. Он молодец, он смышлен. Он видит замочную скважину. Начинаются математические вычисления, расчеты, длительные, сложные. Б квадрат минус 4 АС. Гипербола.
Все, все, что я знаю по математике. Погодите. Призрак. Всосись в меня, молодец. Нельзя, 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 нельзя. Я зачем это сделал? Я вижу бутылку и хочется сразу ее скинуть. Но это нужно. Это нужно. Я привлек внимание к проблеме. И теперь взрослые задумаются. Время. Без 10:06. Стоит ли доверять этим часам? Эти огромные шахматные фигуры? Чего? Давайте мы его поставим. Это ладья. Не-не-не-не, оставь, оставь. Оставься. Да сволочь. Я понял, для чего ты нужна. Я просто на тебя залезу. Ага. Сейчас. Опять математические сложнейшие вычисления начались у меня в голове. Король. Сдается мне, нам нужно поставить ему мат. Но если это будет ладья, мат мы здесь ему сразу не поставим. Ему нужно королеву. Смотри, там меч лежит деревянный. Нужна королева. Я думаю, его нужно сюда поставить. Хрен куда уйдет. Нет, он может уйти. Вот если он сюда уйдет, и сюда может уйти. Так, значит, это не подходит. Так, нет, сюда он не может уйти, учитывая, что вот она ладья. Но ладью эту съедает конь. Я вообще правильно делаю, что играю в эти дурацкие шахматы сейчас? Не, не дурацкие, они... это прикольная игра. Давайте попробуем сюда поставить. Я думаю, чтобы решить эту головоломку, мне нужно как следует выпить. Иди сюда, бутылочка. Все, не решу. Черт. Как же быть? Как обидно. Давайте думать. Сейчас ладья угрожает королю. Король, в свою очередь, такой, хе-хе-хе, не тут-то было. Он может что сделать? Ему, кстати, еще и королева угрожает. Он такой, может, сюда, в сторону, и все, плевать ему. Он может вот сюда отойти, и ему плевать. Он может вот сюда отойти. И ему ничего не угрожает. Соответственно, это... плохой вариант. Но если мы поставим вот сюда королеву, например, сейчас ему нужно делать какой-то ход. Сюда может и сюда может. Офиговая какая-то ситуация. А если мы поставим королеву сюда, то ее сжирает конь. Чем больше я говорю вслух, тем хуже мне думается, на самом деле. Так, королева. Вот сюда поставим ладью. Или слон в простонародье. Может быть, еще какой-то фигуры не хватает? Стоп, может быть, реально еще какой-то фигуры не хватает? Давайте посмотрим. Да, мы же дальше не прошли. Снимайся только ерундой. Так. Что-то там... ага. Да, не хватает еще одной фигуры, во-первых. Вот она. Ну ничего, Евгений сначала подумал, а потом подумал лучше и нашел решение. Итак... здесь королева ладья. Все, все очень просто. И еще не объяснили, на самом деле, какой, чей ход-то сейчас. Судя по всему, ход за белыми. Окей. Прятаться нет? Включился свет.
Это рычаг. Какающая собачка, да? Судя по всему, там детеныша какого-то держали. Да, ключ. Забирай. Короче, нормально бежал. Ключ взял? Нет, не взял. Это, знаете, проблема такая, что я и в квестовых комнатах себя веду. Я слишком странные решения нахожу для головоломок. Чертовски странное. Что с меня, как правило, угорают просто. Мне аж неловко. И надо такие смешные варианты. Я придумываю любой вариант, кроме верного. Вот всегда почему-то так получается. Я не знаю, как это так работает. Но мне кажется, что меня пытаются обмануть, и слишком простое решение это подвох. А еще мне нужно очень четко понимать правила. Иначе я не понимаю, можно ли делать то или иное действие. И здесь тоже я такой вижу, так, хорошо, шахматы, я начинаю играть в игру. Начинаю думать, чей сейчас ход. В этом весь я. О, столовка. Школьная столовка, моя любимая. Мое просто самое топчик. Я понял, куда нужно. А где гарантия, что сейчас с той двери никто не выйдет? Какая-нибудь мразота. Что там за окнами? Я вижу что-то там... Нет, все, поверь, полезли, господи. Язык заплетается. Мать моя, перечница, я люблю перец. Подперчись, бич. Ладно. Окей, надо половником ему по башке. Кто вас спустил в столовую? А, они моют сосисками? О мой год. Да как вас бить-то? У меня первый раз как-то получилось, но сейчас почему-то никак. Мне придется по-любому с ними сражаться. Ладно, you're gonna die. Вот! Как-то сейчас получилось. Как только он тормозит, вот. Есть! Ты жива? Нет, все, умерла. Тебя я не заметил! Умри, пожалуйста! Ох, как я мой! Нифига! Снизу прям вот так вот! Куда? Наверх, что ли? Мне нравится, музыка продолжается-то. Экшн! Вон там мальчики. Что они делают? Мразоты! Мразоты! Зачем? Надо было половник оставить у себя. А, они заново биться. Посраки. По горбу своему получил. Все, тайминги ясны. Давай, спускайся, уродец. Спускайся, уродец. Получай. А! Я не могу пройти. А, может быть, мне бросить? Ладно, давайте бросим половник. Так. Побежали тогда. Побежали! Так, не торопиться. Надо понять, что тут делать нужно. Я думаю, мне надо просто подойти и взять, убить этого мальчика. Точно! Ну, сейчас мне надо сначала победить. У него же голова у последнего отлетела особым образом. Значит, мне нужно просто одеть ее на себя. Прощай, пакет. Здравствуй, голова мальчика.
все, просто освободись от этого бренного мира. Так, девочка. Да блин, как так? Хорошо, и ты теперь, давай, мне нужна твоя голова. Б, чего? Чего? Никто не застрахован от багов. Половником тебе тоже получи по голове. А, ну иди сюда, говно собачье, вот тебе. Давай, все, ты. Вот так. Мне нужна твоя голова. Покажи лицо. Все. Я свой. Самый свой. Ничем не отличаюсь от вас. Такой же долбанутый. Такой же в край дебильный. Здорово. Эй, не толкай меня. Ну, хотя ты же дебильный, как и я. Абсолютно. Такой же псих. Такой же неуравновешенный вообще. Да, я даже не обижаюсь на тебя за то, что меня толкнул. Ведь я такой же болен на голову. У меня голова дырявая, боже мой. У вас-то хотя бы лица целые. Это прямо реально обычная школьная столовая. Ничего удивительного. Кто там под партой сидит? Самый лузер. Понимаю тебя, понимаю. Таким же был. Тихо, 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 тихо. Ты что на меня чан с картошкой чуть не уронил? Ну ты даешь. Мы с тобой за одной партой сидим. А, картошкой в меня кинули. Все, вычмаривайте друг друга. Молодцы, все правильно. В школе так принято. Мы же животные омерзительные. И я такой же, конечно же. Эй, привет, как дела? Короче, все... Стоп, он сейчас уронит, да, эту люстру? Тварина такая, сейчас уронишь ведь. Мой пакет! Хочу пакет обратно. Блин, как здесь круто. Какая классная школа. Очевидно, это какая-то дорогая частная школа. Просто самые эталонные, цивилизованные дети. Ох, как мягко разбилось. Нет, нам нужно наверх. Баночка. Встань. Оу. Вот здесь было громко. Вот сейчас я боюсь, что я как-нибудь неправильно буду управлять, и он у меня упадет. Кстати, здесь доска сейчас будет перевешиваться, да? Нет. А должна была, по идее. Сейчас мне надо... Погодите. Вот сюда, да? О май гад. О май гад. Фух, сообразил. Сориентировался. Молодец. Мозги. Это мозги, которых у детей нету. Так, давайте просто вот сюда поставим. Не хочу разбить такой классный мозг. Поставь. Ну, бывает. Одним мозгом меньше. Для школы это, очевидно, не приоритет. Угу. Угу. А, ну да, мозг. Он мне-то и нужен, на самом-то деле. Какой классный, приятный. Как антистресс прям. Мозг помог мне открыть и решить эту загадку. Помог мне открыть эту дверь. Она спалила, услышала. Под стол. Пешком под стол зашли. Лягушечки. А, какие лягушечки. Ах. А, месиво из лягушечек. Это я люблю. Даже движения такие странные, такие нечеловеческие. Быстрее, Евгений, с пакетом на голове залазь. Под стол. О, сейчас нас спарывать начнет их. Все во имя науки, да? А, нет, 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 вот здесь.
Быстрее. Ну проходи. Она меня увидит здесь, интересно? Когда это случится? Смотрите. Большие мозги, огромные лапы. Я понял. Мне нужно на парту. Как это вот плохо, что мне нужно. Блинушки, 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 блинушки! Она голову свою будет вытаскивать? Шею удлинять, нет? Спалила меня, мразота. Как? Мне нужно идти прямо по краю. О, нет. Ой, как мы близки. Тихо. Блинушки, тихо. Рискнем? Рискнем, блин? Увидела меня, тварина. А, все заново. Какого хрена ты толкаешь? Ладно, это, блин, это очень жестко. Что-то сейчас он не так управлялся, как я хотел. У меня был другой план. Так, тенюшку встали. Идем. Она вставляет органы обратно. Умница. Нет, идем, хорошо. Она не спалила меня. Сейчас нападет смотреть свой микроскоп. Хорошо. О, блин! Вытащила все-таки меня. Я не помню, что там еще было. Вот можно под скамейку, по идее. Но под скамейку она меня сразу видит. Так, хорошо. Оп. Не торопимся. Она меня быстро спалит. Гоу! Воу! Воу! Блин, а что же делать? Мне кажется, мне нужно как-то прыгнуть тайком, да? Ой. Скользкий уже. Я столько раз здесь лез, уже потно. Мне кажется, надо как-то прыгнуть так, чтобы она не спалила. Тихо, тихо, тихо.
Нет, 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 стой на месте. Попробуем без разгона. Просто. Пусть отойдет, я не знаю. Мне кажется, она должна сейчас отойти туда чуть подальше. У меня будет больше времени, чтобы решить, что делать. Да, надо просто тихо делать все. Просто супер тихо. Вот она тактика. То есть у меня изначально не было шанса. Как только она меня спалила, все. Кранты мне. Все, спаслись. Теперь вниз, да, прыжок веры, блин. Опа, файт. Бери. Бери, чтобы файт. Кувалда. А я могу ее взять, она не берется, реал. Ладно, просто идем. Окей. Хорошо, я понял. Да блин, под сраки меня задело. Давай. Оп. Оп. Да, дальше-то что делать? Кувалда не берется. А. Берись, кувалда! Она не, опять не берется. Я не понимаю. Ладно, игра только вот сейчас. Она даже в стадии еще как бы предрелизной, поэтому, может быть, еще какие-то баги не пофиксили. Стараюсь как могу. Ну иди, иди, иди сюда. Давай. Во, что это? Ну да, видите, я просто подпрыгиваю, вместо того, чтобы ударить. Это просто вот, ну ничего не поделать здесь. Так, девочка закончила свою жизнь. Следующий. Следующий. Кто там следующий? Ладно. Ну тут немножко вот сложнее, когда вот так вот такой ракурс, камера отсюда спереди нас снимает. Да, чуть ближе. Да как тебя бить? Как тебя бить, девочка моя? Когда начинает только пытается, как сказать, заряжать атаку и пытаться прыгнуть на меня, надо бить. Это я и делаю, вот. Иногда получается, иногда нет. Ну вот почему сейчас не получилось? Ну то же самое сделал. Здесь как-то в этом выпуске у нас очень много вот таких моментов, где мы застреваем. Из-за того, что ну не совсем понятно, как играть-то. Вон он сидит сверху. Только сейчас его увидел. Ладно, давайте чуть-чуть подождем. Вот. Чуть-чуть дать больше времени ему. Просто иногда это чуть-чуть больше времени означает для меня смерть. Ладно. Вон стоит. Ага, я тебя вижу. Воу, тебя я не заметил. К тебе я не был готов совсем. Вот, сейчас ему дал чуть больше времени, и это для меня плохо. Играем заново. Да просто подохли. Тихо. Как только начнет. Отлично. Следующий. Тут тоже будут сюрпризы. Доска, например. Стоп. Да-да-да-да-да. Из-за двери я сообразил, смекнул. Дурдрецкое ведро. Ой. Шестая! Так, вот так сделаем, привлечь внимание. Сейчас они ее. И
сейчас мне это... Вот, тут они всегда по-разному. Вообще всегда. Что он делает? Как ты смел? Слушай, может быть, тут есть какие-то разновидности врагов, и кто-то чуть-чуть дальше может прыгать, кто-то чуть ближе. Давай, ладно. Вот сейчас нормально. А сейчас ненормально. Ну-ка, иди сюда. Ну-ка, иди сюда. Фух. Ты жива. Ты жива ведь, да? Как-то надо тебя снять. Сейчас придумаем. Нет, здесь нужно силу двоих. Силу двоих! А, стоп. Кувалда в помощь. Зачем развязывать, если можно сбить просто эту доску? Аккуратнее, сейчас все будет окей. Уи! Береги голову. Ты жива? Это мы. Это я. Я. Мы. Кто мы? Идем. Я знаю, тебе много пришлось пережить. Да и мне тоже. Но мне кажется, со школой покончено. Поможешь мне здесь? Со школой покончено. Либо мы переходим во второй класс. Сейчас сломается. Нет, не сломалось. Окей, пианино. Что ж, узнаем, для чего это пианино, в следующей серии. Я надеюсь, что вам понравилось это видео. Если понравилось, то ставьте лайк, пишите ваши комментарии, вступайте в мои соцсети, ссылки на которые будут в описании. Понравилась футболка, заходите на мой сайт, где продается мой мерч. Огромное всем спасибо еще раз, друзья, просто кайфую. Вот сегодня я прям кайфую записывать видосы. Я так рад, что мы наконец-таки с вами снова вместе. Поверьте, будет очень-очень много всего прикольного на этом канале. Может быть, еще какие-то каналы будут созданы, кто знает. В общем, следите за развитием моим и развитием этого канала. И сами развивайтесь, друзья. В первую очередь, сами развивайтесь. Я очень горжусь тем, что мое сообщество одно из самых талантливых. У меня столько художников, столько композиторов, людей, которые графикой занимаются, из подписчиков. И я прям дико горжусь тем, что у нас такое комьюнити офигенное. С вами был Юджин, друзья. Увидимся скоро. И всем пять!